Ну вот они. Вот как орут-то все. Всем привет. Петеньки. И пушистые. Ой, какой тут шум. Короче, я приехала шелковых выбирать у Немченко. Дали мне телефончик. Вот они такие симпатичные. Мне нравятся. Посмотрим, что я смогу у него прикупить. О, очень громко. Тут очень много всяких кур. Но я другими не интересуюсь. Мне нужны пока эти пушистые. Спасибо Юле Колосовой, что дала мне контакты. Ну, в общем, дяденька мне понравился, так все рассказал. Окрасу у кур, конечно, это не как у этих, ну, индоуток, совсем другая тема. Но что-то я для себя запомнила. Пока я не думаю, что сильно буду расширяться в курах. Вот одну породу мне хватит. Выпросила у него вот двух черных, больше не было черных, и три рыженьких выбрала. То есть они черные и рыженькие, они из разных семей. И плюс еще моя беленькая останется. Такие лапки более пушистые, чем у моих этих белых аборигенов, которые сейчас бегают по двору кони. Вообще, короче, симпатичные птички. Надеюсь, что они вырастут в то самое превратятся в существо, которое меня умиляет. В общем, пока будем растить, наблюдать. Всем спасибо. Всем пока.